Да. Первый сертификат мы вручаем Вере Шарич, нашей благословенной сестре. Сегодня вы также можете принять вместе с нами и трапезу Господню. Поздравляем вас, Вера, будьте благословенны. Второй сертификат мы выдаем, вручаем нашему драгоценному брату Милину Миланову. Честито, слава Богу. И третий сертификат вручаем нашей благословенной сестре Марии Филоненко. Пусть Бог благословит обильно. Поздравляю. Может быть, вы что-то хотите коротко сказать? Какое чувство у вас сегодня? Какие слова приходят? Может, благодарность какая-то? Вот я смотрю, Мария хочет сказать. Да, слава Богу за сегодняшний прекрасный день. Это самый осознанный и незабываемый день, наверное, на всю мою жизнь. Перед погружением в воду, да, когда я говорила молитву, знаете, за моей спиной как будто вырастали крылья. И я так думала, сейчас взлечу, и потом погружение в воду. И я до сих пор хожу такая счастливая, во мне столько радости, во мне столько силы. Я просто чувствую, как Бог действительно со мной, и мне ничего абсолютно не страшно. Слава Богу. Это просто прекрасно. Аминь. Аз искам да благодаря на църквата за това, че за 2 години успях да повярвам в Бог, в Словото Му и да приема това кръщение. Амин. Я благодарна, что со мной это произошло. Да, конечно, обновление. Вообще у меня нет слов. Я пока не могу найти слов. Но вообще все классно. Я другая. Я просто это почувствовала, когда приехала домой. На самом деле. Так что было все. Стало все новое. Слава Богу, что мы можем быть свидетелями чуда. У нас была такая традиция, мы немножко ее как-то упустили, а теперь хотим возобновить. Традиция заключается в том, что те, кто принимал... У нас водное крещение проходит каждые полгода. Ну, так получается. И те, кто принимал зимой водное крещение, мы хотим, чтобы они вам сказали такие напутственные слова. Если можно, да, фотографию на как это было, на проектор. Я Оксаночке отправила. Есть, да? Нету? Ну, пойдемте без фотографии. Светы нет. Из-за коронавируса она сказала, что пока не будет посещать собрание. Их тоже было 3. Здравствуйте, церковь. Но сегодня не только мы празднуем, сегодня небеса празднуют. Сердечно вас поздравляем с вашим самым важным шагом в вашей жизни. Вы сказали «да» дороге к небу, дорогу к Богу, дорогу к Иисусу. То есть это ваше самое важное решение в жизни. И я думаю, оно вас не подведет, а напротив. Просто хочу вам пожелать, чтобы вы держались за Иисуса, за Его Слово, читали и размышляли, следовали тому, что там описано. И чтобы у вас всегда была любовь к Богу, к Иисусу, как Он вас любит. А Он вас любит, поверьте. Спасибо. Добрый день. Ну, когда мне Наталья позвонила и сказала, что нужно что-то сказать, я сразу стала соображать, что же изменилось за эти полгода, ну, с моего крещения. Я поняла, что я обрела такой, знаете, душевный покой. Как-то вот я поняла, что все, что не делается, все делается правильно, что все делается с помощью Господа Бога. Потому что то, что со мной произошло в связи с моим переездом сюда, в Болгарию, все это было очень сверхъестественно. Ну, вот, мои родные знают, как это случилось, потому что это действительно было что-то сверхъестественное. Поэтому я очень долго сомневалась, переживала, все, мне вырвалась туда, в свою эту... Вот. А потом вдруг я поняла, вот сейчас поняла, что я
просто счастлива, что я нахожусь здесь, что это действительно был Божий промысел. И после крещения я поняла абсолютно точно, что я счастлива, что я нахожусь здесь, в этой прекрасной благословенной стране. И я вам желаю, чтобы вас тоже Бог вел к счастью, благополучию, к своим родным, близким, к любви. В общем, я хочу пожелать вам душевного равновесия, и чтобы вас любили, и вы любили. Любовь правит миром. Вас поздравляю. Спасибо. Давайте поздравим их еще раз. Аллилуйя, да. Спасибо, слава Богу. Знаете, самое... Присаживайтесь, пожалуйста. Самое большое чудо, наверное, это когда мы видим...